Слушай, всем привет, с вами снова я, Сбавитро. Какой котя, конечно. Кот. Сколько ты стоишь? Так, и это Инзои, да. Creation Studio. Можем поиграть, посмотреть. Посмотреть, поиграть. Давайте сейчас посмотрим пока звук. Только-только скачал. Сейчас звук настроим. Так, ну вроде бы норм. Опли, эпли. Окей. Все там по звуку норм. Вроде бы норм. Хотя здесь ничего не происходит. Outfit only my Zoe. Simulation. Animation quality. А, каждые 3 секунды еще. What the... Это нужно пробовать. Каждые 10 секунд, каждая 1 секунда. Симуляция какая-то, не знаю. Так, вот, давай. Подожди, фуллскрин. А, ну да. Я поставил DLSS, правда, очень жестко здесь. В плане прям... А, рейтрейсинг еще используется. Давай я отключу рейтрейсинг. Окей. Мне интересно, сколько здесь FPS, блин. Я же вроде отключал, давай сейчас посмотрим. А в общем, это больше всего интересует. Так, включилось. Блин, не хочет оно включаться. Нужно было до этого включить, что ли? А, это ж OBS конфликтует. Конфликты у него, блин. Сюка. А, вот, включилось. Что здесь по FPS? 60 залочено, что ли? Я вроде отключал этот. Motion blur. Давай тоже отключу. Постпроцессинг. А, вертикалка точно включена. Окей, апли. 60, 70. Нормально, слушай. Давай, new game. Во. Слушай, неплохо. Но пока это понятное дело. Creation Studio, как обычно делают там. Типа даже Saints Row было. Пока можешь только персонажа создать и так далее. Трейд. Чинчкин, да. Ага. Это, ну, это типа мечта его персонажа или его качество, да, получается. Перфекционист. Социальный активист. Волонтер. Ну, это уже не мечта, получается, тогда. Что-то типа... Кем он будет? Кем он будет себя? Кем он будет по жизни, в общем? Окей. Прикольно смотрится, очень даже неплохо. И по FPS тоже неплохо. Но это с DLSS. А как оно будет? До этого давай я вернусь сейчас. Попробуем. Интересно. Блин, если они город, конечно, хорошо оптимизируют, в принципе, то будет заебок. Будет просто... Просто отлично. Apple. А, без DLSS 43 кадра. Ну, такие времена. Такие времена. Что поделаешь. Нужно использовать масштабирование. Хотя здесь вот 62. Почему в менюшке 43 здесь? Из-за кота? Из-за кота? Да, это, кстати, высокие настройки. Блин, как же реалистичненько, прикольно. Вот такие симсы хотелось видеть, честно говоря. Но они такими не стали.
не ушли в мультяшность. О, бородатый мужчина. Блин, смотрится неплохо, чел. Реально неплохо чел смотрится. Прям айтишник какой-то. Ладно, давайте мы сейчас ТВС-очку подрубим. И вертикалочку, и можно же кого-то создать. Наверное, сейчас посмотрим, может быть, с нуля, типа, или что-то типа того. Так, DLSS Quality. Так, это Max FPS. Ну, не нужно, поэтому мы ограничим на вертикальную синхронизацию. В общем, ключ Motion Blur не нужен нам. Ray Tracing. Это тоже не нужно. Типа, это у нас высокий стоит. Но смотрится даже с DLSS неплохо. Слушай, реально. Реально. Ну, прям... Ну, прям реально не очень. Ой, очень даже хорошо. Очень даже хорошо. О, кстати, в OBS отображаются, блин. Обычно не отображается, кстати. Так, выключить. Close. Окей. Так, first name. Не знаю, там, давай. Давай, Эдриан там. Угу. Так, а что ты опять включилась, блин? Выключись. Вот так вот. Все, нормально. Можно посмотреть. Так, вот ребенок, соответственно. Ребеночка можно выбрать. А мужчинчик это у нас молодой, да? Адульт это уже повзрослее. И... А, middle aged есть. Есть адульт, это походу... А, это подросток получается. Это взрослые, это средние года. А это вообще уже. Ай. Это вообще уже. Медиатор, мечтатель, перфекционист, социальный активист. Ну, короче, все вот это можно выбирать. Интересно, как отыгрывают, а как они отыгрывают в самой игре. Эти вещи, насколько они важны вообще. А можно как-то, а их нельзя менять, я не могу их типа комбинировать, не, они сразу выбраны, короче, нельзя их как-то поменять. Здесь получается, оно все за тебя решает, да? Ну, ты типа понял. И их нельзя менять. Desired in development. Окей. Профиль. А, здесь гендер можно выбрать. Понятно. Зои пресеты. Есть пресеты, кстати, персонажей. Окей. Какой-то типчик, вот. Кстати, с DLSS есть, походу, какая-то тема. А гостинг небольшой. Ага. Такой мужичок, такой пацанчик. А, блин, мне наконец-то нравится, как здесь обувь выглядит. Слушай. Потому что в Симсах... А обувь выглядит не очень. Она вся какая-то, ну, реально жесть. А здесь прям неплохо. Да и, слушай, вещи все. Можно такой какой-то стилечек подобрать. Интересный. Честно, не особо люблю, конечно, копаться в редакторах. Но чисто демочку посмотреть. Неплохо. Прикольно. Слушай.
Слушай, реально неплохо смотрится. Вот такие я хотел Симсы посмотреть. Ой, какой мужчинчик. Так, волосы есть. Здесь все одинаковые, да? Ну, то есть, общие. А там ты уже хочешь, что хочешь, то и лепи. В общем, походу. Да, мустачисы. Это у нас усики. Борода. Что-то бород очень мало. Ладно. А это что? Скин. А. Окей. А изменить можно, кстати, да? Так, окей, ладно. Любой можем, в принципе, изменить. Красный. Ух, вампир. Вампир. Ну, прикольный, кстати. Реально прикольно смотрится. Мейкап. Не, ну чел, тебе точно мейкап не нужен. Липстик. Ну вот, что-то такое. Ай, ладно, убираем. Так, что там дальше у нас? Глаза, боди. Подожди. Basic Edit Mod. Детальный Edit Mod. А чем он отличается? А, ниху... Чего, блин? Настолько детально? Ё-моё, а как это изменить, типа? Вот мы здесь выбираем... А, понял. Блин, ну это классный редактор. А насчет бороды? Подожди, фейс, боди. А нельзя бороду менять? Почему я не могу изменить, допустим? То есть лицо я могу поменять, а вот насчет бороды не могу? Или как это? Фейс пресет? Basic. А, basic. В basic, короче, нужно изменить, походу. А потом уже там. Ё-моё, что за мужчина? Да. Скулы давай поменяем. Блин, ай, блин. Как тебя изменить так, чтобы было норм? Так, ладно. Это у нас такое. Дальше боди. Это у нас тело. О, волосы даже. На руках. На ладонях там есть. На ладонях чисто волосы, да? Я не пойму, Лекс, это, по-моему, руки. Или не, подожди, это ноги, наверное. Что-то я путаю, это ноги, походу. Да. Да, это ноги. Так, мускулы. Вот такая вообще прям подсушенный мужчина. Вот так вот. Так, и одежда. Ё-моё, вот это, конечно, вещи. Что-то прям не очень на нем сидят они. Ёкни побольше тут. Что это такое, блин? Слушай, очень много вещей пока что. Ну, я бы сказал, это немного, но... Типа, как...
Как начало, норм. Я думаю, добавят еще. А, немножечко вон выходит. Короче, если... Текстурка немножко выходит. Кстати, можно изменить. Добавить, типа, свои текстуры. Ну, такая вот тема. Типа, ты загружаешь с компа. И можешь текстурку сделать сразу. Прикольно очень сделано. Так, ты. Давай, допустим. Допустим, выберем вот этот пиджачок. А, его нельзя изменить. Подожди, есть вещи, которые нельзя изменять? А, да, кстати. Есть вещи, которые нельзя изменять. Вот это, допустим, можно. Сейчас мы выберем вот эту текстурку. Вот получается как-то так. Если текстурка еще в хорошем качестве, то вообще сок. Вообще сок. Подожди, а что у меня там еще было? Давай вот этот. Ну, короче, как-то так. Правда, непонятно, как оно его натягивает. Эти текстуры на сам... На саму вещь. Ну, вроде неплохо. Прикольно, прикольно. Ой, ё-моё, мужчина, не вставайте вот это. Туда, куда не нужно, не на тот путь. Ой, блин. Не, ну слушай, красиво смотрится. Очень даже красиво смотрится. Да. О, студию можно выбрать. Прикольненько. Если они демку выпустили, насколько быстро будет релиз игры самой? Мне очень интересненько. Так, ладно, позу можно выбрать еще тоже. Pressure. Больше, по-моему, ничего нету. Мы уже, в принципе, все посмотрели. А, слушай, вот это интересная вещь. Можно подобрать, как уложить вещь, либо заправить, расправить. Вот этой фишки точно не было нигде, по-моему. Это прям интересно. Прикольно. Ну, вообще здесь достаточно. Комплет. Все, я комплет. Split Family. Комплет Creation. Это что, как... А, город выбрать можно? Серьезно? А, слушай, нифига себе, я думал, здесь только один город. А здесь получается... Получается три основных, что ли? Или как-то еще можно? Это в разработке. О, кстати, можно выбрать.
Ну, понятно, что это демка, и здесь нету города никакого. Но прикольно, здесь несколько городов будет. Я думал, почему-то здесь один город, и все. Подожди. Близ Бэй, это что вообще? А, оки-доки. Golden Field, Брусима какой-то. Еще там какие-то города тоже. Слушай, прикольно, я думал, здесь один город будет всего лишь. Это типа вот этот, походу, который нам показывали. А здесь, получается, несколько городов будет даже. Крутенько, крутенько. В общем, это весь функционал пока что. Но я думаю, мы можем здесь создать персонажа. А потом, по идее, перекинуть его в основную игру. Поэтому мы можем здесь сидеть сколько угодно, создавать персонажей, а потом, когда выйдет игра, сможем потом, в общем, сразу начать играть. Ой, что там по женщинам? Женщины. Бля, смотрится просто... тема. Реально смотрится круто. Ладненько, что там у нас по времени? 20 минут посидели в редакторе, и в принципе можно как будто бы и все, заканчивать. Прикольно, прикольно. Слушай, смотрится просто заебумба. Реально круто. Ладно, на этом все. Ждем тогда релиз игры. Потом поиграем, когда она выйдет. А когда, это пока что непонятно. Скорее всего, я думаю, в следующем году. Это уже в 25-м. Я думаю, где-то в начале года, наверное. А может быть и... где-то в середине. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.